Всем большой привет! С корзиночки, которая делается из обычного багета. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Отрезаем ровно краешек багета. Затем отступаем сантиметра 2 и делаем косой срез. Таким образом делим весь батон. Багет лучше брать не свежий, тогда с ним легче работать. Из багета весом 400 граммов у меня получилось 8 заготовок. Дальше из каждой заготовки удаляем мякиш. При этом должно остаться дно. Подготовленные корзиночки устанавливаем на застеленный бумагой для выпечки противень и отправляем на 5 минут в нагретую духовку. Температура 200 градусов. Для ускорения процесса можно включить конвекцию. Подрумянившиеся хрустящие корзиночки оставляем остывать при комнатной температуре. Из оставшегося мякиша можно сделать панировочные сухари. Для этого его нужно полностью высушить в духовке, а затем пропустить через мельницу. Вот и все. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.